Так, сегодня мы будем тестировать катание на гидроцикле. Вот. Для начала расскажу по управлению, как управлять этой техникой. Управление достаточно простое, ничего сложного в ней нет. Любой новичок может с первого раза освоить эту технику, сесть, пройти инструктаж, прослушать инструктаж и поехать. Вот. По управлению, соответственно, руль есть на гидроцикле, так же, как на любой технике, поворачиваете направо-налево, едет направо-налево. Завести гидроцикл, нажимаете зеленую кнопочку, нажали зеленую кнопочку, завели гидроцикл. Вот. Также есть... Сейчас все расскажу. Не торопи события. Самое главное. Также есть защитная очка, которая вставляется вот сюда, сверху на руле. Второй стороной она крепится к спасательному жилету. Если водитель улетел с гидроцикла во время управления, очка улетает вместе с ним, гидроцикл сразу глохнет, не едет дальше, останавливается мгновенно. Быстро залезаем обратно на гидроцикл, вставляем чеку обратно, сюда заводим, едем дальше. Если во время управления захотите заглушить гидроцикл, выключить двигатель, здесь находится красненькая кнопочка, вот здесь вот на руле, можно посмотреть с другой стороны. Угу. Самый интересный инструмент управления – это газ. Зажимаете газ, разгоняется гидроцикл мгновенно, отпускаете газ, плавно по волнам тормозит. Тормоза как такового гидроцикла мгновенного нет. В общем-то, мы уже переоделись и готовы кататься на гидроциклах. Ну а вы тоже можете провести активно выходные на самолетах, на гидроциклах, на роуд-джампингах, на парашютах, в общем, на всем, что угодно. Есть такая группа ВКонтакте, ссылка в описании, переходите, и там все замечательно вам объяснять, где что можно найти. Ну как оно? Ну что ж, вот мы покатались на гидроциклах. Для меня это был уже второй раз. На самом деле, несмотря на то, что сентябрь, а вода довольно-таки теплая оказывается. Ну, по крайней мере, поначалу кажется холодной, а сейчас я чувствую, что она теплая. Я могу даже вот так вот делать. Вот, и совершенно замечательно провели время, как обычно, на гидроциклах. Для меня лично на данный момент это лучшее провождение такого экстремального отдыха. Это самый шикарный, вот, серьезно, у меня всегда полно эмоций. Давай, впечатления. Свои впечатления? Было мега круто, мне так понравилось. Я сначала очень боялась, потому что я даже машину не умею вести, даже велосипед не умею вести, а тут сразу и гидроцикл. Но потом я вроде приноровилась, и было даже весело. Хотя вот с газом мне было немножко сложновато, но все равно это классно. Юра. В общем, когда я ехал сзади, мне было очень страшно, ребята. Но потом, когда я сел за руль, я почувствовал себя в своей стихии. На самом деле, это стоит того, приходите. А я стоял на берегу и все снимал, но я вижу по счастливым лицам, что все круто. Ну а мы вам напомним, что вы все это можете, все эти впечатления приобрести в одной единственной группе, которая находится у нас в описании. Также мы скоро проэкспериментируем, ну, наверное, себя или кого-то на мототреке. Правда, мы не все тут умеем на мотоциклах особенно ездить, но ну как уж получится на самом деле. Эвентблогерс форева! We'll be right back.